Организация работы по профилактике экстремизма. Об этом в региональном центре по связям с общественностью говорили представители национально-культурных, молодежных общественных организаций, специалисты управления МВД, Минкульта и Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области. Участники озвучили также насущные на сегодняшний день вопросы о формировании толерантных отношений в молодежной среде, сохранении межнационального и межконфессионного согласия на территории региона. Сейчас самое время молодежи проявлять свою активную гражданскую позицию. И для того, чтобы ее верно проявлять, нужно владеть знаниями и вообще пониманием современной ситуации, да? Осознавать, что есть такое экстремизм, каковы его проявления и что каждый из них, то есть я сам, могу сделать для того, чтобы этого в нашем мире было как можно меньше. То есть какую я могу помощь оказать ближнему, сколько я могу сделать добра. То есть здесь самое место для того, чтобы стать в какой-то степени добровольцем, то есть делать добрые дела для таких же людей, как и я. Для таких же молодых людей. В результате всех обсуждений участники круглого стола договорились о межведомственном взаимодействии. В первую очередь это коснется обеспечения интересного и полезного досуга несовершеннолетним и детям, организации совместных мероприятий по профилактике экстремизма, а также повышению квалификации специалистов, работающих с молодежью.